Итак, сегодня делаю дневной макияж в мятных тонах. Вот у меня вот такой вот тональный крем, такая палетка, пишет, что 95% натуральных ингредиентов. Не знаю, верить или нет, но у меня не чешутся, по крайней мере, глаза от этих теней. Вот такой вот простой тональный крем, вот такой вот крем для глаз. Я смешиваю и наношу под глаза и на подвижное веко, потому что у меня консилер кончился. И потом, ну, консилер для меня, ну вот слишком он сушит кожу. Мне уж проще как бы смешать хороший крем для глаз и тональную основу. Вот я беру вот этот тон и сейчас буду оформлять брови. Я люблю, когда брови выглядят естественно, поэтому я создаю брови все-таки по образу и подобию своих бровей. Просто слегка усиливаю их естественный цвет и форму. Какая отвратительная рожа! Дальше я тем же самым тоном прохожусь по нижнему веку. Получается такая тень. Я уже беру кисть немного потолще и тоже по теням тем же самым тоном прохожусь. Обязательно нужно попить кофеёк, потому что это все-таки творческий процесс. Вот такие тени я наношу мятного цвета. Несмотря на то, что они кажутся пастельных тонов, они все равно будут звонко смотреться, потому что вот была такая коричневая основа. И в сочетании с этой основой коричневой они будут звонкими. И если до этого я проходилась по теням, а сейчас я прохожусь по свету. По свету подвижного века. Вот, я высветляю, и затем я буду наносить уже блики. Похабная квартирка. А до чего хорошо? Вот тут я наношу блики по тем местам, которые хочу высветлить. Это в трех местах посередине века, слезоточивый мешочек, где и под бровью. Потом я это растушевываю. Растушевываю кистью, вот так вот мягко. Дальше я просто беру свой тональный крем, смешиваю с капелькой хайлайтера и прохожусь уже по лицу. Мне так проще. Сначала глаза, потом лицо. Коричневая подводка. Чтобы нормально нарисовать нормальные симметричные стрелки, нужно от середины глаза вести стрелку для начала, а потом соединять ее и стараться работать над двумя глазами одновременно. То есть там сделали движение, здесь сделали движение. Тогда это получится четко симметрично. Отлезь, гнида. И последний штрих – это тушь. Может, я красивый? Видно мое счастье. А с его это мы разъясним. Желаю, чтобы все.